Сергей Павлович, сегодня первый день зимы, и первый, можно сказать, пошел хороший снег. Как настроение вообще? Добрый день, уважаемые жители Совиньона. Настроение прекрасное, потому что снег прошел, слава богу. Как проходила уборка снега, как работала техника в Совиньоне? В целом можно сказать, что снег больше выпал небольшой, поэтому, в принципе, справились очень быстро с этой работой, я считаю так. Потому что в всех местах, в принципе, прошла техника, ну, соответственно, люди убирали, потом за ней подбирали тот снег, который оставался. В частности, на втором Совиньоне и на Лисдорфе проходила техника. Что касается первого Совиньона, там тоже была техника. Ну и нельзя сказать про южный склон, в связи с тем, что там проживают люди и на лодочной станции, и на Совиньоне дачном, ну и на южном склоне. Вот. Поэтому можно посмотреть, что южный склон практически вычищен весь, и любая машина, любой автомобиль любого класса может подниматься свободно и спускаться, это безопасно. Он не только вычищен, насколько мы заметили, но еще и дороги были посыпаны песчано-солевой смесью. Да, конечно, как вы видите, на перекрестках практически везде песчано-солевая смесь, и на спусках в районе также и дельфинов там посыпано, потому что достаточно крутой склон, поэтому, чтобы ни машина, ни дорогу не понесло, никого не ударили, там человека не сбили. Да, все посыпано было с самого утра, машины при МДКшке приехали, посыпали, и все, в принципе, нормально на данный час.